спасибо, Сашо. Вы знаете, когда мы готовили эту программу, мы думали, ну, в принципе, в Москве можно обойтись московскими грузинами. Взять Тимура Родригеса, Женю Гора, и, в принципе, в общем, достаточно. Дашу Спиридонову, и хорошо. Но все-таки, когда мы так уже серьезно начали к этому готовиться, мы поняли, что мы должны пригласить обязательно из Тбилиси, сегодня из Грузии, певицу, которая в грузинской эстраде сегодня, может быть, самое заметное, самое яркое явление. И я хочу, чтобы мы послушали Эку Квелиашвили, которая прилетела из Тбилиси вчера ночью специально для того, чтобы сегодня с нами быть вместе. И уступаешь инструмент. Я хочу сказать Мише Хубуте спасибо, потому что без участия его эта поездка была бы невозможна. И всем моим коллегам, которые помогали этому приезду, потому что приехать из Тбилиси в Москву сегодня непросто. Итак, Эка Квелиашвили. Rostra pat gadishe mimas e chadis Ahlagim khodabis khovisi cheri Damma in samim davi magero ise Chem zbavshu bashi rats mimageri Чем загубши рацми галуя, тамаши джамарат шемомерия, еще мазагуашви рацми галуя, тамаши джамарат шемомерия. Еще мазагубши рацми галуя, тамаши джамарат шемомерия. Раз гулшим кондай мазмагероди, дамай зурчеби мошуран небедис. Ну туам не хасам иствизе гелоди, рома гага гонно симагерагедис. Рама кана рома чемедзец, Тамаши джагарат шемомерия, еще мазагулашви, рацуми головия, тамаши джагарат шемоговерия. Еще мазагулши рацуми головия, тамаши джагарат шемоговерия. Это, ну, и еще. Замечательно. Знаете, не могу. Я счастлива, что я сегодня нахожусь здесь, в России, в Москве. Благодарю вас за приглашение. Я правда соскучилась по вас. И мы вас всех любим. Спасибо.